Добрый день. У нас 11.08 число. Стою на вершине Казбега, 5642 метра. Поднялся за 5 часов. За 5 часов сюда. На Казбег с 3600 метров. Здесь такой вид прекраснейший, прекраснейший вид. Мой ледоруб стоит. Подъем был такой, ну, как по мне, на Эльбрус тяжелее было подняться. Очень тяжело было подняться. Но здесь тоже нелегко. Это восхождение присвящая своим родным, брату Жене. Вот всем-всем, кого люблю, кого знаю, всем посвящается это восхождение. И спасибо за жизнь. И благодарю Господа Бога за то, что я поднялся на это, на этот пик, на эту вершину. Спасибо, Господь. Вот такая красота. Всем до встречи. Мне еще спускаться часа 3 до 3600. Там мой лагерь.